кого-то из Инстаграма там фото было. Что за жесть? Возвращайся, друг. А, и вылет! Вот эта концовка! Вылет! Бред. И я приветствую всех существ на канале, с вами снова Девджон, мы продолжаем Сталкер, выживший, побег из зоны, модификация на Сталкер, Зов Припяти. Положил я этот карту памяти в этот контейнер, он пропал, да? Значит, что теперь? Теперь нам надо куда-то вот идти, идти навстречу. Ага, вот появилось. Выйти на связь с наемниками. Прайс на данные ПДА. Проводки никакой я не нашел, поэтому я так понял, либо мы запускаем ветрогенератор, либо мы чиним машину. Наверное, так. Логично. Проводки дополнительные в принципе нету. Блин, как нам теперь бегать? Ё-моё. Тот костюм прохудился, я надел экзик. Экзик тоже. Блин, в экзике бегать невозможно. Экзик вообще никакущий. Никакущий. С собой беру только этот артефакт. Прелесть. Прелесть. Прекрасно просто. Хорошо, идем туда. На стрелку. Наемник. Эти придурки с кладбища за мной бегут. Хрен их знает. Что мне теперь делать? Могу я дать квест? Так, надо с наемниками встретиться. Где-то здесь. За звуки? Кто-то пикает. Вообще тут бункер стоит, в который я не смог зайти. А если это бомба? Рация? Выйти на связь внезапно. Прием, я слушаю. Прием, мы на подходе, никуда не уходите. Нужно поговорить. Ух ты ж, блин. Так ух ты ж, блин. Так и надо. О, игра сохранена, нормально. Не переться. Так, вон они идут. Мне просто отстрелять. Свои, типа. Свои, всего трое. С другой стороны меня. Никто вроде не накрывает, только с одной стороны. О! Ха, мои автоматы лежат. Жестко. Оп, такие с троечком. Наемнички. Так, ты главный, наверное, в броне. В экзике. Да? Ты кто? Кондор? В смысле, я тебя убил? Кондор, я видел твой труп лично. Наемник, 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 наемник. И наемник Кондор. Ну, Кондор, я в тебя убил. Ты что, дебил? Мы люди серьезные, поэтому сразу к делу. Блок при тебе? Нет. Знал, что ты не простак. Твои условия. Выведите меня из зоны. Соглашайся. Карта у нас хорошая, за нее заплачены большие деньги. Если заблудимся, можно будет выйти на связь со сталкером-проводником, который нанят заранее. Так что не переживай. Блок находится в надежном месте. Тогда сообщи нам его координаты. Что за... Ты хвост притащил? Нет. В смысле, какой хвост? А, да, я хвост притащил. Было дело. А в смысле, где? Это вы притащили, если вы туда смотрите. Враг на горизонте! Где? Кто? Вы чё в бункер-то полезли? Я не понял шутку. Вы чё, дебилы? Здесь никого. Это ловушка, нет? Опа, ещё какие-то чуваки. А что мне делать? А чего вы бежите?
Вы что, больные? А кто вообще? Кто это? Военные? Агент СБУ. Опа, ни хрена себе. Типа я должен был с ними спрятаться, да? А я такой, не. Чувачки. Ты главный, да? Лейтенант Дегтярев. Ох ты, Дегтярев! Здравствуйте! Старший лейтенант Дегтярев. Отдел специального назначения службы безопасности Украины. Кто ты есть? Сообщить имя и звание. В данный момент наше ведомство проводит здесь спецоперацию. Доложите, что вы делаете в данном районе и как связано с этими неизвестными лицами в бункере. Мы летели на Янтарь, везли материалы ученым. Транспортный Ми-6, борт номер 77, потерпели крушение. В этом регионе несколько дней назад. Слышал об этом. Я единственный выживший. Чтобы получить возможность безопасно выбраться из зоны отчуждения, вступил в контакт с местными сталкерами. Дальнейшие события привели меня сюда. Блок памяти у вас? Никак нет, в надежном месте. Могу указать на карте. Хорошо, сейчас мы должны задержать этих вооруженных людей, как нарушителей периметра зоны. Стоп. Внимание, потенциальный противник. Отряд, боевая готовность. Вот блин. Что? Кто еще? Контролер? Опа, засада. Ё-моё. Потасовка. Пипец. О, ё-моё. Тут 4. Тут тоже 4. 8 человек. О, ё-моё, как вообще камера-то крутится, блин. Фотогенично, ё-моё. А, чё делать? Так чё, их мочить или нет? Так, ну и чё? А что делать? Слушаю вас. Похоже, мы в окружении. Какие будут указания? Не на тех напали. Штурмовой Ми-24. 7-й авиагруппа уже вылетел с военной базы под Черниговым. Все, что нам нужно, продержаться до его прибытия. Задача ясна? Так точно. Ну и военный, встань на нашу сторону. Напади врасплох на избушников, и мы выведем тебя из зоны. Наша компания... Да чё вы, я же военный, как-то неудобно. Ну чё? Какая граната? Ты граната? И отбросила. Так, еще один остался. Нам еще. Копытился, гад! Свалил! Свалил одного! Как же вы запарили? Ребята, тебе конец! Ми-24 на подходе. Блин. Я его прищучил! Мать! Вот тебе! Вот свет. Тут еще кто-то. Нет, там двое. Подожди, а те, которые внутри. Внутри они заперлись. Козлы. Я патроны закончил. А, я ранен. Уже аптечку. Ай-яй-яй, что делать? Что делать-то? Есть 200-й. Нет 200-го. У меня только дробовик. У меня только дробовик, чуваки. Что мне делать? Зарядить. Зарядить. Ну, может быть, и не только дробовик. Оп.
Не 24-й стреляет по ним. Нормально. Ух. Ну чё, все? Закончили мы это? Эй, чувак. Дегтярев, здравия желаю. Как вы, лейтенант? Потрепали они нас знатно. Хорошо. Я хорошо, что я одел усиленный бронекостюм. Наемники уничтожены? Блок у вас? Так точно. Координаты схрона с блоком сообщаю вам. Замечательно. Наши аналитики заберут его. Теперь отход. Присоединяйтесь к моей группе. Есть. Покинуть зону. Есть. Покинуть зону. Ну чё, как бы все? Эй. После того, как выживший вместе с агентами СБУ покинул зону, его настигли неприятности. Ну если. Военная команда обвинила его в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Ну если. Свидетельство теперь уже майора Дегтярева спасло... А, нашего героя от тюрьмы. Но со службы он был уволен и воинского звания лишен. Ни хрена себе. Что за бред? Спустя некоторое время он начал пить и в конце концов очутился на улице. Нормально так. Ну, конечно, такой стрессовый мужик. После этого его стало тянуть обратно в зону. Ага, нормально. Сейчас мы обратно в зоне. Да, зона просто так не отпускает. У кого-то из Инстаграма там фото было. Что за жесть? Возвращайся, друг. А, и вылет! А, вот это концовка! Вылет! Бред. Ну что ж. Я так понимаю, если герой вернулся в зону, то я предположительно продолжу квест. Так, у нас, так как у нас здесь заперто, оказывается, нужно было осмотреться. Это я тупой. Я никогда не думаю, что ключ лежит где-то около двери. По-моему, ключ должен лежать где-то совсем далеко. Собачья жизнь, найти инструмент. Собаки у нас нету, но... Квест все равно продолжается. Найти инструмент. Найденные записки. Прыщелыга. Да? Черную дыру я нашел, но она образовалась в очень неудобном месте. За решеткой в обваленном туннеле. Решетка старая, капитальная, пробовал выбить ее, но ничего не вышло. Что же делать? У меня появилась идея использовать какой-нибудь инструмент. Судя по карте, неподалеку располагается рембаза, где когда-то чинили технику. Возможно, там найдется что-то вроде напильника или ножовки. Работа предстоит трудная, но она того стоит. Уникальная способность, которую даст мне черная дыра, сделать меня сильнее и опаснее. Ух ты, блин. Псих. Хорошо, на рембазу отправляемся. Рембаза. Здесь я где-то видел напильничек. Оп, напильничек. Работал. Ой, блин, да ладно тебе. Да какого фига? Нет, быстро за угол. Ну нахрен. Так. Я вот тех двоих только что убил с трех. Ай-яй-яй, как ты меня спалил через дерево, через стену. Тихо, тихо, сейчас будет последний, который он выдержит, который он не выдержит. Да, наповал. Отлично. А что теперь? Вернуться назад, да? Сломать решетку. С помощью добытого инструмента я преодолею преграду в виде металлической решетки и смогу обследовать аномалию черная дыра. Крутяк. Этого немножко я не понял. Меня опередили. Мародер, что-то сыкот на мне, Васян. Да не бзди, все будет чих-пых. Я сам видел, как тот хмырь в нее запрыгивал. Смелее. Офигеть, в пузырь. И растянул его.
Ух ты ж, блин, нифига его накрыло. А, пропал. Что? Что? Он стал кабаном? Говорили тебе, не пей. Офигеть, он кабаном стал. Ой, блин. Я его прищучил. Васян. Васян, что с тобой произошло? Пипец. Ух ты. Пузырь. Артефакт представляет собой несколько образований органической природы. Может, это и есть то, что то, зачем мы пришли? Васян! Васян, ты ее испортил! А, ПДАшка, вот она, ПДАшка. Жирил недавно какой-то чмырь, в этот туннель пролезть хотел. Там аномалия какая-то стрёмная. Чему там делать? Я там прикинул Мореха и решил засаду ему сделать. На следующий день он снова приперся уже с лопатой, подкопался под решетку, влез в туннель, и тишина. Я туда за ним сунулся, чтобы заценить, а этого хмыря уже и след простыл. Вот же ж гнида, только собака бешеная там паслась. Да ну и хрен с ней, ёлы-палы. Это псина? Это псина, это тот мужик. Пипец. Вот это поворот. Жесть. Та псина. Это. А почему, сука? Он еще и пол поменял? Да, он еще и пол поменял. Это вообще жесть. Ладно бы, если был пес. Что за жесть? Я так понял, собака выползла. А где подкопал-то? Здесь негде подкапывать под решеткой-то ему. Короче, он, видно, пошел к своему первому тайнику и там остался ждать, пока я не пришел. Я пришел, обыскал, значит, пошел его, подкормил. Пипец. Ну это жесть. Хорошо. Вот это вот интересный квест делает, вообще круто. Хорошо. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.